таких завзяторов Александр Мельников з Речицького района. Глядячи на проблемы со здоровьем, Саша специально приезжает в Гомель на матчи любимой команды и активно поддерживает зелено-белых на фанатских секторах. Перед матчем 1/8 финала Кубка Украины Париж футбольным клубом Гомель и командой Кислыч Александр Мельников нанесет первый символичный удар по мячу. Давайте подтримаем его. Желаем мощного здоровья и жизненных перемог. А сегодня ждем яркой и переможной гульни от нашей команды.